режиссер Гейб Суан. Боже, Богомол, ты должен съесть что-нибудь. Не могу. Мое сердце разбито, а мой желудок переполнен горем и страданием. Солью не лечил? Дело не в этом. Его бросила девушка, и он потерял аппетит. Она была прекраснейшей гусеницей на свете. Потом вдруг бац! Она становится бабочкой и теперь даже знать меня не хочет. Привязанность расходует энергию ци, поэтому я ее избегаю. Да, так и есть. Но, Богомол, ты должен есть. Нет едянок, нет селенок, нет селенок, нет быстренок, нет быстренок. Почему, ну, ты так ног говоришь, ног? Потому что это мило. О, я знаю отличное блюдо, которое утешит твое разбитое сердце. Сливовый соус очень густой. И мой суперсекретный ингредиент. Я сомню штукатурка. Брат Томас. Я Киев, брат. Ха. Знаменитые липкие пирожки, по. Попробуй, Богомол. Спасибо, по. Я, кажется, прилип к пирожку. Ну, кажется, с липкостью я перестарался. Это не так смешно, как тебе кажется. Какая глупость, Дай. Так, обед окончен. На тренировку. Ну я только. Может, я просто.